Родители неделимы. Они две половины одного целого. Но у каждого есть чему поучиться. И сегодня мы хотели бы сказать слова искренней благодарности нашим родителям. За самый счастливый день нашей жизни. Отец, мой жизненный наставник. Для меня он пример мужества, честности и трудолюбия. Он с детства учил меня быть ответственным и самостоятельным. Еще в младших классах школы я сам себе готовил завтрак, собирал сумку и шел в школу на час раньше, чтобы не опоздать. Отец дал мне возможность делать все то, что я хочу, пробовать, учиться. Он всегда поддерживал все мои идеи и начинания. Мой папа открытый и веселый. Я помню, как-то мы ездили отдыхать на море. Он прыгал со мной на двухметровых волнах, а потом доставал ракушки из моих ноздрей. Папа научил меня быть искренней и честной по отношению к себе и к другим людям. Папа всегда находит нужные слова в общении со мной. Папа всегда высоко ставит мне планку, но приходит на помощь в достижении ее. Мама – мой духовный наставник. Для меня, например, мудрости, рассудительности и скромности. Мама – это человек, которому я могу по-настоящему доверять. Я с детства был маменьким сыночком и бегал за ней, иногда даже разбивал коленки. Мама прощала мне все мои маленькие шалости. Когда мне было 8-9 лет, мама привозила из-за границы коробки шоколадных батончиков. Я всегда находил, куда она их прятала. Ел конфеты, а обратно в коробку клал бумажки. Для меня моя мама – человек серьезный и строгий. С детства она учила меня быть самостоятельной, приучала к порядку и ответственности. Она, например, всегда следила за тем, чтобы я была тепло одета. Правда, было пару случаев, когда уже не в силах противостоять, она сдавалась, и я выходила на улицу в зеленом летнем сарафане в октябре. Мама всегда, несмотря ни на что, готова прийти мне на помощь. Она всегда имеет свою точку зрения, благодаря которой я могу посмотреть на вещи с другой стороны. В моей семье есть еще один по-настоящему близкий мне человек. Это мой брат. Я очень благодарен своим родителям за то, что они подарили мне его. За то, что они учили нас быть опорой друг для друга и близкими друзьями. Я благодарна родителям за свою маленькую сестру. Маша, я очень счастлива, что ты есть у меня. Ты показала мне, что значит любить с открытым сердцем. Мы – дружная и крепкая семья. Мы веселые, отзывчивые. Мы всегда можем прийти друг другу на помощь. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом. Спасибо за то, что бы ни происходило, вы принимаете ситуации такими, какие они есть. Спасибо за вашу настойчивость и за ваше терпение. Благодаря вам я многое умею и умею применять это в повседневной жизни. Спасибо за то, что растете и развиваетесь вместе со мной, делитесь опытом и новыми знаниями. Спасибо вам за то, что любите и принимаете меня таким, какой я есть. Спасибо за вашу поддержку, доверие и уважение ко мне. Благодаря этому я чувствую себя уверенно и спокойно. Родители неделимы. Семья – это одно целое. Спасибо за то, что благодаря вам мы знаем, что такое семья. Сегодня, когда начинается наша новая жизнь, мы говорим вам спасибо за то, что вы были, есть и всегда будете с нами.